Всем добрый день. Так, привет, привет, девчонки, вижу, что подключаетесь. Давайте буквально минуточку подождем и будем начинать. О, супер, какие умнички. Много, вижу, уже подключилось. Да, добрый день, всех рада видеть на сегодняшнем вебинаре. Спасибо, цветочки пошли. Супер, очень приятно. Так, сейчас я, девочки, давайте проверю на компьютере, все ли у меня в порядке. Ага, комментарии идут. Сейчас буквально здесь еще идет ли у меня картинка. Так, все вроде в порядке, отлично. Девочки, всем привет! Давайте проверим связь. Да, от 0 до 10. Поставьте, пожалуйста, как меня видно, слышно, где, соответственно, 10 это максимально хорошо видно, слышно. Сегодня очень много буду показывать экран телефона, экран компьютера. Надеюсь, что будет видно. Так, пальцы вверх. Видимо, все отлично. Десятки. Супер, девчонки, спасибо. Давайте тогда работать. Представлюсь. Да, меня зовут Лилия Зиблицова, организатор конкурса нынешнего «Мама Череповца 2020» и предыдущего 2019 «Слинга Мама». 2018 много разного уже организовывала, да, почему меня попросили именно этот вебинар сегодня провести, потому что, в принципе, опыт пользования соцсетями уже достаточно большой, много обучений пройдено за последние пару лет, и Инстаграм, и ВКонтакте, и Ютуб, чего только не было, плюс постоянно обучаюсь, совершенствуюсь, поэтому сегодня мы с вами работаем таким образом. По времени давайте организуемся, постараюсь выдать информацию минут за 30-40, очень емко, быстро, сжато, вот, да, здрасте, здрасте, кто подключается. Вопросы пока прошу, пожалуйста, не задавать, то есть сначала выдам информацию, то, что хочу, да, потому что, возможно, у вас вопросы будут как раз, которые я и так запланировала дать. Вот, потом, когда я основное все дам, соответственно, скажу, что теперь можно задавать вопросы, и в конце оставим какое-то время на ваши вопросы. Если даже после вебинара, мало ли, да, что-то все равно останется неотвеченным, ну, значит, через кураторов или через, ну, мне непосредственно можно будет написать, если окажется, что маловато, значит, еще проведем. Вот, то есть таким образом, на комментарии, значит, пока я не отвлекаюсь, да, потом на вопросы будем отвечать. Значит, тема у нас сегодня соцсети, Инстаграм и ВКонтакте, будем разбирать самые такие популярные, да. Что посмотрим? Возможно, для кого-то это окажется сильно просто и легко, но тем не менее, то есть банально, как разместить пост, разместить сторис, как посмотреть прямой эфир, уже если он есть, да, как создать самим прямой эфир. Потом, значит, в конце покажу, какими программами непосредственно я пользуюсь для обработки фотографий, видео. То есть, вот думаю, что это будет достаточно полезно. Ну и, соответственно, потом вопрос. Так что давайте погнали. Да? Первое, на что хочу обратить внимание, передали мне, что возникли вопросы по поводу, как открыть доступ к страничке. Да, это делается в настройках. Сейчас я камеру, девчонки, переключаю, чтобы вам все видно было. ВКонтакте, ВКонтакте. Ну вот, к сожалению, картинка немножко размытая, да?
Ну, я думаю, более-менее все понятно. То есть, смотрите, я сейчас нахожусь на страничке своей. Справа в уголочке, там вот где написано, да, имя, вот здесь есть кнопочка «Настройки». Настройки. Теперь опять, вот здесь вот справа, третий сверху пункт, это приватность. Вот. И здесь, соответственно, видите, у меня сейчас, кто видит основную информацию моей страницы. То есть все пользователи у меня поставлены, то есть все пользователи, непосредственно друзья, не друзья, неважно, видят информацию. Здесь потом много разных дополнительных пунктов, кто видит фотографии, на которых меня отметили, кто видит список сохраненных. То есть это уже сами смотрите, да. Главное, чтобы самая первая основная информация видна была всем пользователям. Соответственно, когда вы будете писать посты на своей страничке, и спикеры, да, и партнеры, и участницы, даже если они у вас не в друзьях, они ваши посты увидят. Вот, то есть таким образом, давайте еще раз. Давайте сейчас перейду на свою страницу обратно. И то есть моя страница. Смотрим справа, да, вот здесь вот, где имя светится. Настройки. Настройки перешли, открываем блок «Приватность». Вот, и здесь первое ставим «Все пользователи». То есть страничка автоматически сразу делается открытой. Вот. Это как ВКонтакте открыть страничку. То есть, может быть, у вас здесь стоит, что только друзья видят, или только я, или только друзья и друзья друзей. Соответственно, никто другой не сможет вам лайк поставить, комментарий поставить. Вот, теперь давайте посмотрим, как это выглядит в Инстаграме. В Инстаграме. Тоже идем в настройки. Вот тут вот три точечки. Настройки. Видно, да, вроде более-менее? Нет, не сильно отсвечивает. Вот, дальше получается безопасность. Так. Прошу прощения, куда-то я не туда ткнула. Сейчас, девчонки. Как-то у меня тут по-другому немножко отобразилось. На планшете открывала, там было чуть-чуть по-другому. Вот. Аккаунт у меня было. Аккаунт. Сейчас, секунду. Так. А, у меня здесь понятно. У меня здесь бизнес-аккаунт сделан, поэтому у меня он автоматически открытый. Так, давайте я сейчас перейду на другой аккаунт, на какой-нибудь. Потому что он у меня, он как коммерческий сделан, и, соответственно, он у меня автоматически открытый. Так, а здесь у меня нету сейчас. Здесь у меня сейчас нету некоммерческого. Ну, тогда потом запишу, с другого аккаунта запишу инструкцию, как это сделать. На планшете у меня другой зайден. В общем, в настройках тоже через три точечки. Так, поехали. Дальше. Я думаю, что как ВКонтакте открыть страничку, понятно, да, по Инстаграму я потом вам запись с экрана сделаю с другого аккаунта и все прикреплю через кураторов, передадим. Так, дальше. Давайте сейчас пока сюда переключу камеру, чтобы вам не монитор экрана моего смотреть. На чуть-чуть. Да, там Татьяна правильно пишет, да, открытый, закрытый профиль. Угу. Но у меня просто сейчас этот пункт у меня здесь не отображается. Вот. А потом смотрите по хэштегам. Знаете, да, что такое хэштеги? Через решеточку такую пишутся слова. То есть зачем это нужно? Это как каталог такой получается. Сейчас мы все это тоже посмотрим. Хэштеги для каждого поста вам будут давать кураторы.
И потом удобно очень сортировать информацию по постам. Сейчас откроем какой-нибудь пост. Так, сейчас переключу камеру тоже, чтобы вам показать. Так, вот смотрите, например, зашла я в группу конкурса, да, в официальную «Мама Череповца», и вот сегодня буквально был пост о партнере, и в конце здесь хэштеги вот такие вот синенькие. И, соответственно, допустим, нам нужно будет потом отсортировать всю информацию по конкурсу «Мама Череповца 2020», то есть конкретно по этому году. Я нажимаю на этот хэштег, и у меня все посты, вот, пожалуйста, да, девочки уже начали писать отзывы. Вот, пожалуйста, то есть они у меня все по этому хэштегу, все посты эти есть, то есть я могу пройти, пролайкать всех, там комментарии оставить. То есть хэштеги, они вот именно для удобства введены. То есть и в том году у нас такие же были хэштеги, и общие есть. То есть если хочется вообще всю-всю-всю информацию увидеть. Вот девчонки с прошлого года пишут. То есть вот хэштеги. Просто они будут через решеточку, и вам будут кураторы передавать. Не все посты видны по хэштегу. А если страничка закрыта, то да, возможно, не все посты видны будут. Вот, есть еще такой нюанс. Если в пост размещено более 10 хэштегов, то лента тоже может его не отображать. То есть рекомендация такая, что до 10 хэштегов ВКонтакте и до 30 хэштегов в Инстаграм. То есть, если мы можем больше разместить, но смысла от этого не будет. Вот. Я посмотрю по количеству хэштегов. Я еще раз с куратором проговорю, мало ли, пропустили. Вот. Так, теперь давайте про посты. А, нет, давайте прямой эфир. Потому что тоже попросили именно проговорить. Как зайти в прямой эфир, как его посмотреть. Так, сейчас переключаю камеру снова. Сегодня был прямой эфир у вас, да, по фитнес-марафону. Аня проводила. Вот, смотрите, я зашла к ней на страничку, Анночка Восколович. У меня сейчас этот эфир уже сереньким светится, потому что я его открывала. Вот, если бы я его не открывала, соответственно, я нажимаю на кружочек, и у меня пошел эфир. Вот, все. Эфир в Инстаграм сутки сохраняется. Здесь на странице у меня он останется, вот который мы сейчас с вами. Так. То есть понятно, да, как прямой эфир посмотреть. То есть заходим на страничку к спикеру, если это в Инстаграм будет, да, нажимаем на кружочек. Здесь зачастую сначала идут сторис. То есть сейчас вот у Ани чисто эфир светится. Бывает, что сначала светится сторис, и уже следом за ней, вот, например, у меня, да, сторис, трын-трын-трын, пролистать, и, соответственно, эфир там может через все сторис потом пойти. Вот. Как эфир посмотреть ВКонтакте? Все, в принципе, то же самое получается. Заходим. Так. Ну, можно вот в группе, да, например. В группе были тут недавно эфиры, то есть тоже они. Вот, например, Александра Сборцева, да, сегодня проводила. Вот он на стене, то есть тоже просто пост нажали и можно смотреть. Либо вот здесь вот тоже в кружочках. Также. Или сторис. Когда эфир, там как значок play такой получается, светится. Так. По эфиру, я думаю, понятно. Так, давайте дальше тогда, как разместить пост. Разместить пост. Есть вопросы. Так, давайте сначала ВКонтакте посмотрим.
Что у вас нового? Давно, если с телефона смотреть. Здесь набираем текст. Набираем текст. Прикрепляем фото. Прикрепляем фото. Видно всем, оставляю, да, сереньким светится. Здесь могу, вот нажала на кнопочку «Сейчас». Можно, если прямо сейчас хотите, чтобы пост разместился, значит так и оставляем. Если хотите, чтобы в определенное время, значит нажали «Сейчас». И здесь выбираем. Можно день выбрать любой и время любое. То есть отложенный пост такой сделать. Можно тематику выбрать на свое усмотрение. И получается, прикрепляем хэштеги. Хэштеги, которые куратор дал, да? Фотографию прикрепить. Нажимаем на значок этот картинки получается. Так. Ну, пусть будет. Вот, допустим. Да? Если хотим, можем какую-то песенку прикрепить для хорошего настроения. Можно видео, можно документ, можно опрос, место. Вот. Если хочется кого-то отметить, например, вот сегодня, да, мы с вами работаем, если вы будете потом писать пост о том, что мы с вами позанимались, соответственно, нажимаем, вот здесь есть собачка. Сейчас я ее уберу. Вот, да, значок собачки. И через собачку. Но я сейчас сама себя не смогу прикрепить, соответственно, набираем Лилия Зиблицова, и я у вас выскочу, можно меня отметить. Я вас потом или в сторис куда-нибудь себе тоже увижу и заберу этот пост. Вот. Если пост у нас готов, нажимаем на синий значок, да, на галочку, и, соответственно, у нас пост сохраняется. По статистике, да, больше просмотры, если этот момент интересен, набирают не, например, не одна фотография, а все-таки побольше, например, от 3 фотографий. И сейчас очень популярен видеоконтент, поэтому видео тоже очень люди любят, смотрят с удовольствием. То есть все сделали и сохранили, если нас все устраивает. Я сейчас сохранять не буду, я просто это закрою. Ну, я думаю, с постами, наверное, каких-то особых вопросов нету, да? Потом в Инстаграм, смотрите. Если нам нужно разместить пост, нажимаем плюсик. Выбираем одну фотографию или несколько фотографий. Если несколько нам, вот нажимаем на значок, тут один квадратик над другим квадратиком. Можно выбрать несколько, да? Нажимаем «Далее». Если хотим, можем применить какой-нибудь фильтр, понажимать. Опять далее нажимаем. Здесь отмечаем место. Можно выбрать локацию, да, в которой занимались. Отметить людей, если на фотографии есть люди. Добавить какую-то подпись, добавить тоже хэштеги. И нажимаем потом кнопку «Поделиться». Вот здесь вот. Сейчас делиться не будем. Вот. Так, девочки, по постам вопросов нет, все нормально? Если по постам все нормально, тогда мы сейчас сторис посмотрим. Сейчас мы с вами, давайте вот прямо в прямом эфире, я сейчас сделаю фотографию. Оп. Сфотографировала монитор. И сейчас мы с вами посмотрим. Так, загрузилось у меня приложение. Нажимаю, видите, история, плюсик. Сейчас подзагрузится. Нажимаю галерею слева внизу. Вот моя фотография, которую я только что сделала. Да? Нажимаю на буковки А, могу дописать текст, допустим, да? Провожу эфир для участниц конкурса. Выделила. Могу не выделять, это на усмотрение.
Дальше вот кружочек с загнутым уголочком, да, с небольшим, нажимаю, могу здесь вставить опять хэштег, место упоминания. Давайте мы с вами сейчас группу нашу, конкурс. Так, конкурс. Сейчас у меня должно появиться. Вот она, конкурс «Мама Череповца». Отметила. Также через вот это упоминание можно любого человека отметить, который у вас в друзьях. Ну и у меня не всегда бывает, удает отметить, который не в друзьях, у кого-то выскакивает, даже если не в друзьях человек. Ну да, вот. Потом, если хочется, можно тут что-нибудь порисовать. Да, то есть на кисточку нажали, что-нибудь нарисовали. Мы сейчас это делать не будем. Можно цвет посмотреть, можно размер маркера посмотреть. Вот. Можно сохранить себе на телефон, на устройство. Но мы сейчас просто это дело опубликуем. То есть нажимаю кнопку «Опубликовать». Точно так же, в принципе, и с видео. Все, у меня кружочек загрузился сюда. То есть сторис должна была... Фотографии очень быстро загружаются в сторис. Все нормально. Все получилось. Так, и в Инстаграм давайте тоже эту же самую картиночку сейчас загрузим. Нажимаю на фотоаппарат слева вверху. Здесь вот получается внизу слева у меня значок, что у меня здесь картиночки. Беру эту картиночку, добавляю. Также напишем, давайте, текст. Можно шрифты здесь вот сверху поменять. Эфир для участниц конкурса. Давайте выделим тоже. Можно цвет поменять. Пусть будет оранжевый. Вот. И опять через упоминание сделаем конкурс наш, да, аккаунт конкурса упомянем. Вот на рожицу тут нажали. Упоминание. Аккаунт называется «Мама». Нижнее подчеркивание «Че». Вот оно у меня уже выскочило. Выскочило. Добавили. Можно добавить место. Если добавляете место, то могут люди по геолокации вас увидеть. Можно добавить хэштег. Допустим, мама Череповца 20. Так, не получилось, да? Не получилось. Тинтерин. Длинноват, видимо. Мама Череповца. Сейчас попробую просто вручную набить. Да, не влезает. Ну, пусть будет мама Череповца просто. Хэштег. То есть, люди смогут, в принципе, по этому хэштегу пройти на посты, в которых содержится этот хэштег. То есть, опять же, как каталог такой получается. И нажимаем внизу слева ваши истории. Можно отправить какому-то определенному получателю, но мы сейчас просто в аккаунт в сторис добавим. Оп, нажали. Сейчас прогрузится опять. Публикуется. Публикуется. Ну, все, то есть да, раз фотография тоже, она быстро достаточно прогрузилась. Есть, готово. Так, это мы с вами посмотрели. Давайте покажу еще на всякий случай, как запускать прямые эфиры. Сейчас. Телефон оживет немножко. Все, загрузился у меня. Запустили опять приложение, нажимаем истории. Здесь внизу отсвечивает, да, девчонки.
Внизу слева вот эта история, видео история, есть прямой эфир. И нажимаем начать трансляцию. Давайте запустим все, попробуем. Но он меня сейчас не должен, в принципе, запустить, потому что я и так в эфире. Да, все правильно. Трансляция приостановлена. Вот. Таким образом. Есть еще у меня вот стоит на телефоне приложение VK Live. Я запускаю зачастую отсюда. Ввожу название. Здесь же можно переключить группы, в которые я хочу провести эфир. Вот. Там определенные рейтинги еще есть. Так, и в Инстаграме давайте. Сейчас тоже прямой эфир покажу, как запускать. На фотоаппаратик. Внизу опять смотрим, есть обычный режим, да, создать. И самый первый прямой эфир. Нажимай, можно маску какую-то включить, если хочется, но когда маску включаем, там побольше немножко трафика тратится, поэтому может подвисать немножечко. Вот, если без всякого, без всякой маски, то просто нажимаем центр. Он сначала проверяет соединение. Все, видите, написал, вы в прямом эфире. Вот. Сейчас сообщает подписчикам, что я в прямом эфире, и люди начнут немножко подключаться. Но так как анонса никакого не было, то есть могут люди не понять, зачем я. Зачем я вышла? Нет, кто-то начал подключаться. Вот, ну, в общем, протестировали, да? Когда эфир завершили, нажимаем кнопку «Завершить». При желании можно сохранить себе на устройство. Вот. Что тут есть интересного? Здесь можно проводить совместные эфиры с кем-нибудь. То есть вот люди подключились, да, люди в эфире есть. Я могу кого-нибудь из этих людей добавить, подключить в прямой эфир. Вот. Ну, мы и так с вами в прямом эфире, поэтому мы сейчас просто этот эфир завершим. Тут тоже комментарии есть, можно тему закрепить. То есть нажимаю, набрала тема. Как дела? Дела отлично. Проводим прямой эфир ВКонтакте по соцсетям. Кому актуально, заходите. Да, то есть нажала, потом прикрепила. То есть вот он у меня закреплен. Удобно, когда бы люди не зашли на этот прямой эфир, у меня тема всегда закреплена, и люди видят по поводу чего, собственно говоря, прямой эфир. Так, ну, ребят, давайте мы совершаем, потому что у меня ВКонтакте сейчас. Переходите туда, если интересно. Вот, кнопку «Завершить». Есть вот важный значок «Сохранить на устройство». То есть, если вам важно сохранить этот прямой эфир к себе, куда-нибудь, например, выложить либо в, HD, в IGTV, да, либо на YouTube, то вот нужно нажать «Сохранить» и уже потом поделиться в сторис. Я сейчас делиться не буду, я его просто удаляю. Удаляю видео. Удалить видео. Удалить. Все. Так. Угу, камеру переключила. Так, смотрите, кратко, но в принципе вроде бы понятно, да, должно быть. Посмотрели как пост, как сторис, как прямой эфир посмотреть или самой начать, как настройки поменять, да, чтобы открыть аккаунт. Вот, давайте сейчас я посмотрю, чего было, какие-то были. Так, у меня вопросы убежали. Сейчас, значит, на компьютере буду смотреть. Сейчас буду, значит, смотреть на компьютере, девочки. Так, да, не все посты, но я проговорила. Это может быть или страница закрыта, если она открыта, может быть слишком много постов, много хэштегов в один пост. Либо, если, например, текст один в один взят у кого-то, да, и поставлены хэштеги, то, скорее всего, лента тоже ваш пост не отобразит. То есть желательно все-таки какие-то изменения вносить.
А, да, вот Вика как раз пишет. Да, иначе в ленту все верно. Хэштеги. Нет, хэштеги не меняем, хэштеги ставим, которые девочки дают. Вот. Не высвечивается кнопка play на иконке Ани. А что высвечивается? Попробуйте, Марина, полистать сторис. И, скорее всего, в сторис просмотрите, там одна, по-моему, сегодня у Ани была, вот, и, возможно, после сторис у вас как раз запустится прямой эфир, Анин. Так, по хэштегу не видно текст поста, мой лично написанный, не думаю, что у других участниц одинаковый. Так. ВКонтакте, да, Настя, это получается... У меня на самом деле у самой часто так бывает, что и пост свой, да, самой написанный, ниоткуда не скопированный, но не все посты, правда, они могут в ленту попадать, что ВКонтакте, что в Инстаграм. Сейчас в этом плане так бывает. Так, у Ани в инсте не могу посмотреть с фитнес-марафона видео. Включается фитнес-марафон через 5 минут. И все. Фитнес-марафон и все через 5 минут. У меня также. Девчонки, можно попробовать переустановить. Да, то есть удалить Инстаграм с телефона и установить его снова. Зайти, возможно, эта проблема решится. Такое бывает. Листала, но не запускается. Ну да, попробуйте тогда переустановиться. Возможно, все будет... Да, удалить и установить заново. Да. Очень часто, что потом все налаживается после этого. Со мной много раз так было. Так, давайте, девчонки, тогда жду... Жду вопросы, потому что кратко-кратко... А, подождите, вопросы. Про программу-то я вам не рассказала. Так, сейчас переключаюсь тогда еще раз. Так. Смотрите, какие я использую программы для обработки фотографий и видео. Очень нравится мне программа InShot. Здесь можно и фото, и видео обрабатывать. Нажмем, допустим, видео какое-нибудь сейчас. Так, вот смотрите, допустим, я недавно, да, сторис размещала, что у нас будет эфир. То есть я могу сейчас что сделать? Я могу их как минимум склеить. Вот я их раз, два, три. Я их выбрала, нажала зелененький значок, добавила. Вот у меня все эти три видео, они будут подряд сейчас. То есть склеила сторис, да, если я изначально сторис записала в программе сразу, где по 15 секунд Инстаграм нарезает. Вот, здесь могу поменять формат, то есть, допустим, вот в сторис формат 9 к 16 соотношение. Можно поменять для формата Инстаграм, Инстаграм 1 к 1 квадратик, да, либо какой-то другой формат выбрать. Ну вот в основном, либо это Инстаграм 1 к 1, либо это сторис 9 к 16, YouTube 16 к 9 картинка, и для постов, ну вот ВКонтакте, Facebook я обычно ставлю где-то к 4 к 3 примерно вот такой формат. Вот, допустим, ну нужно мне квадратное, допустим, видео для Инстаграма. Я сделала квадратик, подогнала под квадратик. Потом я могу здесь наложить музыку, что-нибудь здесь повыбирать. Да, если послушала, мне что-то нравится, я это загрузила, использовать. Вот у меня, пожалуйста, видео уже с музыкой. Могу громче, тише сделать музыку. Вот здесь вот. Слышно, да? Тише, громче. Эффект добавить, усиление, затухание. Могу звук своего непосредственно видео
либо совсем убрать, если мне звук видео не нужен, да, только, например, под музыку что-то, либо его убавить, чтобы он тихонечко был. Можно добавить звуковые эффекты разные, то есть тут можно поползать, вариантов здесь очень много. Можно добавить фильтр какой-нибудь, то есть тоже много есть бесплатных, можно выбрать. Мне нравится, у меня вот камера вроде и неплохая на телефоне, но видео, картинка все-таки не очень красочная получается. И я перед тем, как размещать куда-то, ну, для сторис я, конечно, этого не делаю, но если в пост мне куда-то надо видео, да, или на YouTube, я добавляю и яркости, и контраста добавляю, тут краска, насыщенность могу посмотреть, резкости могу добавить, то есть и видео, оно уже совсем по-другому смотрится, не такое мутное, да. Можно текст добавить какой-то, если хочется, скорость. Если по-быстрому, да, надо что-то быстренькое, какой-нибудь, может быть, рецепт или что-то. Вот, можно обрезать лишнее, можно вырезать, обрезать и оставить. Соответственно, потом, когда с видео поработали, нажали сохранить. Сейчас сохранять не будем, потому что тут ерунда получилась. Вот, с фото также можно поработать. И размер, и фильтр также наложить. Вот, допустим, да, пропорцию 1:1 выбрали, как бы для Инстаграма. Ну, есть. Вот здесь потом, например, какой-нибудь фильтр посмотрела, какой хочется, либо просто сама порегулировала, да, ползунком. Потому что у всех ленты разные, можно и оттенок какой-нибудь добавить, если хочется, резкости прибавила. То есть это можно... И посмотрела, вот, например, фотография была до, и фотография... Ну... Телефон устал. Немножко подвис. А вот, все. Вот, допустим, яркости, да, добавили. Вот была фотография до, вот фотография после. То есть она стала посветлее, поярче, цвета понасыщеннее. То есть если нужно, тоже нажали кнопку «Сохранить». Вот, иншот, то есть допомните, можно скачать себе. Потом, что еще? Snapseed тоже нравится мне для обработки фотографий. Тут намного больше возможностей. Сначала тоже фильтры, потом нажимаем инструменты. Вот, тут, пожалуйста, и баланс белого, и коррекции разные можно, и поползать тоже можно все это посмотреть. Вот. И потом, когда нужно сохранить, нажимаем экспорт. Потом для обработки фотографий зачастую, ну это в основном для Инстаграма, использую Lightroom. Но оно тяжелое очень такое приложение, то есть если, например, на телефоне места мало, то оно не установится и не потянет. Но там тоже много очень вариантов. Допустим, добавить фотографию. Так, дубликат уже, потому что была такая фотография. Мне что нравится здесь, здесь можно выставить свои личные настройки, вот в стиле, есть пользовательские стили. Соответственно, если, например, у меня лента в Инстаграм, ну, какая-то определенная, да, я ее через один стиль фотографию прогоняю, и у меня все готово. То есть там мало ли что-то еще подкорректировать. Можно также обрезать, автоматические настройки. Я пользуюсь бесплатной версией. В платной там есть очень много в плане кожу лица откорректировать, но я как бы за этим сильно не гонюсь, никогда сильно ничего не корректирую. То есть вот InShot, Lightroom, для обработки видео тоже InShot в основном использую, стоит у меня еще видео-шоу, ну, интересное достаточно, то есть слайд-шоу можно сделать, музыку тоже наложить, но вот последнее время очень уж мне нравится программа Quick для обработки видео, потому что она автоматические клипы даже делает. Допустим, вот, недавно рецепт в Инстаграм, так, не удалось почему-то, в Инстаграм сделала клип буквально за пару минут, нет, не даст,
Ну, если что, в Инстаграм посмотрите. То есть просто загрузила несколько видео. Ну, давайте эти сегодняшние со сторис просто возьмем, как это выглядит. То есть несколько выбрала, добавила текст. Это в самом начале будет, да? Нажала продолжить. И здесь потом можно вот выбрать любой формат. Слышно, да? Музыку сразу наложила. Программа. Где-то текст оставила, где-то без. То есть можно тоже посмотреть здесь и разная музыка, разные эффекты. Интересно, когда разного рода картинки, да, то есть и с фотографиями, то есть добавляют эффекты разные, и порой очень даже удачно получается. Можно все откорректировать, где-то музыку убрать, где-то текст свой добавить. Ну, достаточно прикольно получается, интересно. Вот, и тоже вот хайлайт — это те моменты, которые вы хотите, чтобы видео остались, например. То есть добавить текст можно в любом месте. Вот. То есть тоже можно поползать, посмотреть музыку разную. Вариантов много. Вот. Продолжительность можно откорректировать, если, например, покороче нужно видео, вертикально, горизонтально. Фильтры, опять же, всякие разные, концовку добавить. Здоровская, мне очень понравилось. Потом, когда нужно сохранить, нажимаем на синенький кружочек, да, со значком сохранить, и все у нас на телефоне сохраняется. Удалить проект нам сейчас не нужно. Вот. Для Stories мне еще понравилась программа Unfold. Ну, сейчас ушла, не буду показывать. Вот. Часто очень использую программу еще Story Split. То есть, если видео больше, чем одна минута, Инстаграм не может его порезать, и чтобы все сторис встали. Вот, соответственно, загружаю, допустим, видео на 2 минуты, а мне нужно все это в сторис разместить. Загружаю в сторис сплит. Сейчас чего-нибудь подлиннее найдем. Сейчас, секундочку. Так вот, ну, недавно обзор делала. Вот, соответственно, выбрала у меня 15 секунд. Получается, раз мне нужны сторис, это будет у меня 11 частей, потому что общая длительность 2,36. Вот, нажимаю продолжить. И вот какое-то время они подгрузятся, и все, потом у меня уже 11 частей, готовые к загрузке в сторис. Так, ну сейчас сбросим, в принципе. Так, потом получается. На компьютере для обработки видео использую Sony Vegas. Но это такая уже, девочки, серьезная программа. Там вроде все несложно, но когда вначале первый раз ее загружаешь, там как бы глаза разбегаются. Вот. Но разобраться удобно достаточно, и там удобно, что можно порезать прямо определенные секунды и даже доли секунды. На телефоне шкала не такая, да, четкая, поэтому это достаточно сложно. Вот, так что если вдруг, то можно Sony Vegas использовать для каких-то уже более серьезных моментов. И еще один сервис вам покажу. Canva.com. Опять не видно, да, вам? Canva.com. Регистрируйтесь просто на сайте, то есть ничего устанавливать никуда не нужно. Вот. Можно создать один дизайн, допустим. Вот я раньше, например, в группе у себя, да, в Лилигноме, создала один с определенным шрифтом, цветовая гамма подобранная, размеры. То есть вот ВКонтакте 700 на 500 пикселей размер создала.
И потом через копирование. Допустим, чтобы каждый раз вот это все заново не создавать, есть кнопочка «Копировать». И вот оно у меня здесь скопировалось. Все, я могу только фотографию поменять. Так, не показала я вам, откуда фотографию взяла. Вот здесь есть «Загрузить собственные фотографии». Взяла фотографию. Подогнала ее. Сейчас она у меня вставится. Немножко опустим вниз, чтобы у Лени голову не отрезала. Так, подождите. Ладно, пусть сейчас не принципиально нам с вами. И два раза щелкаю на текст. Открыть в новом редакторе. Угу. И здесь уже просто как в текстовом редакторе меняю. Допустим, с новым годом. Да, ну там, если нужно, еще могу что-то внизу. То есть, чем удобно, экономит очень много времени. Если, например, у вас определенный какой-то шаблон ВКонтакте, допустим, да, в группе или на страничке, то есть можно через копирование создать вот единый какой-то стиль и только менять фотографию с текстом. То есть это происходит буквально на, ну, за 2 минутки буквально. То есть подобрать фотографию, поставить текст. Так что вот этот сервис, ну, если, может быть, для конкурса сейчас не сильно актуально, для своих каких-то целей, для продвижения это можно очень даже использовать. Так, девочки, ну, у меня вроде по информации все. То, что важное, да, вот именно по хэштегам, по постам, по прямым эфирам. То есть у кого проблемы именно индивидуальные, да, что не получается там эфир загрузить, посмотреть, значит, пробуем переустановить в принципе Инстаграм, может быть, в этом нюанс какой-то, и все заиграет. Если так и не получится, ну, надо будет тогда в индивидуальном порядке смотреть, что такое. Вот. Если у многих людей Инстаграм не получается прямой эфир посмотреть, то тогда, может быть, ВКонтакте все-таки это делать все. Вот. Со своей стороны, если у меня сегодня получится его скачать из Инстаграма, то я тогда скачаю, загружу на YouTube и тогда через куратора ссылочку передам. Так, давайте смотрю, какие вопросы, чего есть. Пишите. Жду буквально пару минуток. Если вопросов не будет, то мы на сегодня, получается, заканчиваем. Мы встретимся с вами в следующий раз 7 числа на вебинаре по слингоношению. Так, есть ли ограничения по времени загруженного видео в Инсте? Маш, спасибо, хороший вопрос. Если мы загружаем в ленту, то есть через плюсик, как мы с вами пост смотрели, то там ограничение по видео 1 минута. Вот. И до 10 таких записей можно сделать. То есть через, помните, я показывала, есть значок, как бы, ну, квадратик на квадратике. То есть если, например, у вас видео 10 минут, и вы хотите именно его в ленту разместить, то значит режем его через Story Split на 10 частей и загружаем все эти 10 частей подряд в пост. Либо можно подключить IGTV и загрузить тогда это видео через IGTV. Там будет ограничение до... Слушайте, у меня всегда по-разному выскакивает, но вот последний раз выскочило до 60 минут. Но иногда тоже у меня почему-то то дает, то не дает. Бывает, подглючивает немножечко. Так, да, если видео больше, давайте тоже покажу. Так, сейчас. Так, сейчас, девочки, видео найду какое-нибудь прям большое.
Прям большой. Хотя у меня, наверное, сейчас ничего и нету. Все почистила я. Все, я, наверное, почистила. Ну, допустим, вот видео выбрала. Оно больше 2 минут. Я нажимаю «Далее». Так, здесь можно выбрать обложку. Обложка, то есть это заглавная фотография, которая у вас будет в ленте светиться. Здесь же можно его укоротить, если нужно. Вот, нажимаю. Так, нет, это у меня что-то не то. Подождите. Это у меня не то. Это у меня какой-то коротенький кусочек прикрепился. Сейчас. Видео. Так. Сейчас я его найду. Вот я знаю просто, что это видео достаточно длинненькое. Так. Ищу, ищу. Каждый день чищу телефон, и все равно столько там всего. Столько всего. Много-много. Вот, нашла. Вот оно 2:36. Проверяем. Вот, смотрите. То есть, либо коротким видео предложит расположить, тогда фрагментом видео этим поделимся, да, до 1 минуты в профиле и в ленте. Вот, можно выбрать. Либо сразу продолжительное видео, то есть все 2:36 вот эти минуты, они загрузятся одним файлом. И вот это отображается, получается. Вот такой значок. Значок, как, да, как телевизор получается. Так. И вот потом все эти IGTV можно отсортировать. Вот, например, 21 минута, да, тут 2, тут вон, танец под 10 минут практически. Вот таким образом. То есть по времени проговорила. Инстаграм, так, всегда предлагает обрезать видео до 1 минуты. Ну вот да, если в ленту, то до 1 минуты. И тогда, допустим, 10 кусочков по 1 минуте ты в один пост можешь загрузить. Либо тогда загружаешь в IGTV, но его надо просто включить в настройках там. Вот, так, Марина, все заработало, ну вот, отлично, сторис режет по 15, да, секунд, эфир час, да, ну я, вот, Оля, у меня не всегда бывает, час дает. Так, а если я хочу загрузить 2-минутное, тогда в IGTV загружаешь, либо загружаешь 2 видео подряд в пост, то есть у тебя 1 минутка пройдет, и следом за ней получается второе подключится, но изначально надо его обрезать напополам. Так. Видео в ленту, да-да-да, можно так, все верно. Так, спасибо. Из забавных хэштегов нужно тоже посмотреть, как у многих не видно постов. Угу. Позиционовательно более. Ну, девочки, я поняла, что более 10 хэштегов дали, значит, этот вопрос проработаем. То есть ВКонтакте 10, в Инстаграм 30. Больше смысла нет. Так, давайте обновляю. С компа до часу. Да-да-да, Оля, все верно. В IGTV, если через компьютер загружаем, то до часу можно видео в Инстаграм загрузить. Так, давайте обновляем. Обновляем, смотрю еще последний раз вопросы тогда. И если что, потом тогда получается или через кураторов, ну или под этим постом задавайте, у меня должно отображаться. Так, все, я больше вопросов не вижу. Надеюсь, что было очень полезно, потому что сама, да, когда-то ничего это не умела делать, и сторисы тряслась, первые записывала на обучении, прямые эфиры тоже запускала, все было очень страшно, непонятно, но, в принципе, сейчас опыта уже достаточно много, поэтому постаралась емко с вами очень поделиться. Вот, тогда всех благодарю, кто сегодня у нас был на эфире, мы заканчиваем, да, с вами на сегодня.
И если что, если какие-то моменты еще будут, и если будет моментов много, тогда мы проведем, может быть, еще прямой эфир, но именно на этой неделе, чтобы вам уже дальше не думать про эти посты, сторис, чтобы вы уже все умели. Вот. И кто хочет, может выполнить сегодня задание. Да, можете, допустим, ну, пост, смотрите посты, я думаю, умеете, можете разместить сторис. Можете вот сфоткать меня сейчас, да, или там эфир сфоткать уже на страничке, что у нас сегодня с вами прошел эфир. Отметите меня ВКонтакте, в Инстаграм у меня аккаунт lili.gnom, вот, и я вас к себе в сторис, например, размещу. Те, кто выполнит, я, соответственно, увижу, что не зря мы сегодня с вами позанимались, поработали, и вы уже сразу попробовали внедрить полученные знания свои. Да, запись останется на стене, я ее сохраню. И на YouTube потом, в Instagram тоже везде загружу. Все останется. Вот. Ну все, тогда закругляемся. Спасибо, девчонки. Всем отличного вечера. Продуктивно вам поработать, да, в ближайшие 1,5 месяца получается. Вот. Получайте удовольствие. Завтра увидимся с индустриальным районом. Я к вам приеду на встречу. С кем-то лично познакомимся. С кем не познакомились еще, ну ничего страшного. Я думаю, много, много у нас встреч будет еще. Все, всем счастливо.